тебя бесплатный чек-лист лучшего лета. Мне нравится жим ногами. Мое почтение, если будешь стримить в спортзале, я буду первым, наверное, зрителем. Хорошая идея. Луна сильно похудела. Я видела, как она не ест, и это странно. Ну, я думаю, если бы сегодня была номинация за лучшее милое кавайное платье, оно бы досталось тебе. Спасибо. Так, рассказывай, где закупаешься в этот период закрытия всех магазинов? В магазинах в интернете. Какой? На это конкретно платье из Топ-Топ. Вообще всегда по-разному. Просто нахожу всякие на соцсетях. Так, ну тогда с тебя бесплатный чек-лист лучшего лета, состоящего из 5 пунктов. Зальчик, стримы обязательно, поездка за границу, самые лучшие друзья и любовь родителей. Кстати, на тему друзей, с кем ты сейчас по большей части общаешься? Лунаком, Сэндом, Жожо Акулич. Видела, как недавно Луна очень сильно похудела? Видела. Нужно ли было ей худеть? Нет, я видела, как она не ест, и это странно. А ты, например, какими видами спорта занимаешься, чтобы там поддерживать фигуру? Фитнес. А любимое упражнение там на попу, на руки, например? Мне нравится жим ногами. Да. Сколько килограмм? 45. Серьезно? Подхода по 10. Мое почтение, если будешь стримить в спортзале, я буду первым, наверное, зрителем. Хорошая идея. Я буду донаты кидать. Хорошая идея. Это... Но я желаю тебе, чтобы ты никогда не была не в центре внимания и... Про стрим в спортзале не забывай.